Сура Аль-Джумуа. Собрание. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. То, что на небесах и то, что на земле, славит Аллаха, Властелина, Святого, Могущественного, Мудрого. Он тот, кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды. Он читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении. А также к тем, которые не застали их. Он могущественный, мудрый. Такова милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. Те, кому было поручено придерживаться Таурата, и которые не придерживались его, подобны ослу, который везет на себе много книг. Как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Скажи, о исповедующие иудаизм, если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Аллаху известно о беззаконниках. Скажи, смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к ведающему сокровенное и явное, и он сообщит вам о том, что вы совершали. О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете. Когда же они увидели торговлю или забаву, они разошлись, бросившись к ней, и оставили тебя стоять во время пятничной проповеди. Скажи, то, что у Аллаха лучше забавы и торговли, и Аллах наилучший из дарующих удел».